И тема нашего сегодняшнего эфира. Сегодня тема эфира. Праздник живота. Да, это праздничная тема, праздник живота во всех смыслах этого слова. Да, как мы сегодня уже говорили в самом начале программы, для кого-то праздник живота – это много-много-много вкусной это еды. Это про меня, да. Да, ну а кто-то танцует животом и тем самым создает для себя и для окружающих праздник. Я думаю, наши зрители уже поняли, о чем мы, ведь у нас в гостях Луиза Кис, преподаватель танца живота. Доброе утро, Луиза. Доброе утро. Доброе утро. Луиза, вот смотрите, вы такая стройная, миниатюрная. А правда ли, что вот дамы с пышными формами, не знаю, там, лучше танцуют танец живота или нет? С любыми формами можно танцевать танец живота. Главное, чтобы живот был. Да-да-да, а живот есть у всех. Отлично. Главное, чтобы желание было и позитивный настрой. Да, это самое главное. А что для вас праздник живота? Ой, для меня праздник живота... О, для меня, наверное, все будет связано с танцами. Когда много человек пришло на тренировку, когда я танцую, когда я получаю удовольствие, когда я занимаюсь своими любимыми танцами. Для меня это да, это да, праздник живота. С праздником вас, с танцем живота. Спасибо. Ну и давайте нам уже покажите, что такое танец живота и как его делают профессионалы. Хорошо. Давайте я возьму микрофончик, пожалуйста. Браво! Вот это праздник живота! Вот это я понял! Вот это Степа вдохновился! Я, и, знаете, этим и даже танцем. Кушать не хочется! Вот даже кушать не хочется и устраивать себе другой праздник живота. Луиза, огромное вам спасибо! Вы шикарны, Луиза! Вы шикарны, и вы доказали, что сегодня мы совсем о другом говорили во время праздника живота. Вот такой вот замечательный праздник нам подарила Луиза Кис, преподаватель танцев живота.